Добрый день, дорогие мои друзья, мои подписчики и гости моего канала. Огурцы на сегодня занесла в дом, потому что похолодало у нас. Вот начинают образовывать листики настоящие. Но взошли вот так вот. Не все хорошо взошли сорта. На улице в парнике я их оставляла. Вернее, огурцы, как у меня, стали всходить. Я их вынесла в парничок на улицу. Но думаю, что я все-таки поторопилась, холодно было. И вот эти вот, которые начали всходить, они прям замерли. Ну, может, такие семена, не знаю. Ну, в общем, рассада огурцов не вытягивается, как у меня было в прошлые разы. Мне не нравилось это очень. А тут вот такая сейчас приземистая рассада. Такая. Огурцы взошли на, по-моему, на пятый день. И я их сразу вынесла вот в такой импровизированный маленький парничок, чтобы они сразу уже адаптировались, закалялись, а то дома тепло, они вытянутся. Вот такая всхожесть на сегодня. Еще, надеюсь, взойдут вот эти пустые места. Ой-ой-ой-ой.